Друзья, всем привет! На канале был уже обзор вот таких замечательных силиконовых разноцветных ремешков для Mi Band 5 стоимостью около $1. В этом видео будет обзор и распаковка металлического ремешка для Mi Band 5 стоимостью около $4. Заказывал на AliExpress, как обычно, ссылки будут в описании под этим видео. Итак, приехал ко мне этот ремешок в течение 3 недель в таком вот обычном пакете. Что в нем примечательного? Это цена, и, как заявляет производитель, он выполнен из металлической нержавеющей стали. Делаю распаковку, внутри пакета находится такой пупырчатый пакет, под пупырчатым пакетом еще один пакет. Что касаемо бренда, здесь ничего не указано, лишь наклейка M5. Это, конечно, не оригинальный от Xiaomi. Xiaomi делает только силиконовые оригинальные. Это от стороннего производителя. Открываю пакет, и внутри пакета находится ремешок. Структура ремешка идет металлическое мелкое плетение. Еще это плетение называют миланское, и название браслета можно встретить как миланская петля. У меня расцветка под металл, такой цвет серебра, но у продавца доступно 13 расцветок этого металлического ремешка. Это плетение достаточно гибкое, сам корпус, куда будет помещаться капсула, идет из монолитного металла, углы идут не острые, а более зализанные. Вверху идет выступ для фиксации, внизу идет 2 выступа для фиксации и пластиковый подвижный выступ для фиксации. Сейчас попробуем вставить капсулу. Беру капсулу и снизу вставляю под вот таким вот углом до выступа, направляя ее вот этими боковыми выступами металлическими. Вот таким вот образом, придерживая капсулу в этой части, где она уже вставлена, и в нижней части, где пластиковый выступ, один раз нажимаю, происходит щелчок, и после финальный щелчок еще раз нажимаю, и все, капсула теперь находится в этом ремешке. Посмотрите поближе, как это фиксируется. Теперь мне под мое запястье необходимо отрегулировать длину ремешка. Что для этого необходимо? Беру отвертку, либо то, чем можно подеть, вот в этой части. Здесь стрелка нарисована. Поднимаю вверх. Окей. И двигаю до необходимого размера. С обратной стороны есть такие вот отметки в виде выступов. Когда подогнал необходимый размер, просто-напросто опускаю вниз фиксатор. Одеваю теперь браслет на запястье, сначала направляющую вставляю вот таким вот образом и защелкаю фиксатор. Браслет достаточно надежно фиксируется и смотрится интересно. Оцените, как он смотрится. Теперь давайте посмотрим со свитером. Давайте рассмотрим, как доставать капсулу из этого ремешка. Беру просто-напросто в этой части, где идет пластиковый фиксатор, слегка нажимаю, и он вылазит. И далее тяну к себе с этой стороны и под углом вытаскиваю. Вот таким вот образом. Теперь демонстрирую поближе плетение самого браслета. Ну и что, хотелось бы отметить завершение этого обзора. Интересный вариант, как плюс хорошая цена, как минус то, что капсула идет немного наперекос. С одной стороны она выпирает немного больше, с другой немного меньше. Да и с обратной стороны мы можем посмотреть, что капсула прилегает плотно, а с другой стороны, где идет пластиковый фиксатор, идет небольшой зазор. На этом все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока!